Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Мы поздравляем вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня в нашей программе. В деревне Сухая речка Кемеровского района освящен закладной камень под строительство церкви Сретения Господня. Под небом голубым Кузнецких гор встретились скауты-руководители кузбасских дружин и отрядов, чтобы обсудить перспективы развития скаутского движения. В новом цикле сюжетов о храмах Кузбасса мы расскажем вам о церкви святого мученика Трифона на металлплощадке. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне», — сказал Господь. Эти его слова словно были услышаны в небольшой деревне Кемеровского района. В Сухой речке 5 лет назад была создана воскресная школа во имя Сретения Господня, но храма до сих пор не было. Приходилось ездить в город. Дети здесь, понимаете, они как бы в какой-то мере обездолены, потому что здесь нет ни общеобразовательной школы, ни детского сада, ничего. Но, конечно, про отца Сергия что говорить, вы сами видите, вот результаты. Вот он, у нас закладывается храм. Было принято решение построить здесь храм в честь Сретения Господня. Тем более, что такой приход здесь уже существует. Мы выезжаем часто с детьми. Это лето мы очень часто ездили на паломнические поездки. Были в Ленинске-Кузнецком, в Голгофе. Были на металлплощадке святителя Трифона. Были мы на Лесной Поляне в жилом районе. Значит, так. И, в общем, мы очень много ездили. Иногда приезжают батюшка сюда и крестит. Меня крестили здесь. Малышей тут многих крестят. Ну, это намного лучше, чем ездить в город. Да, у нас есть батюшка, отец Сергий. Он очень добрый, потому что он всегда помогает нам во всем, когда приезжает. Всегда проводит такие молебные обряды, всегда крестит малышей. Вот у меня брат тут крестился, папа тут крестился. Вы избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помоги. Благословенно и знаменно будем место сие в дом молитвенный. В честь и славу Бога, в Троице Святей, славимого Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Во имя Отца и Сына. Во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь. И вот вы сейчас участвовали при знаменательном событии. Поле ровное. Если мы вот начнем читать акафист Божией Матери. Сейчас вечером молитесь на вечерней молитве. Попросите, Божия Матерь, помоги нам, чтобы как-то храм наш был. Вот. Просим тебя. И каждый из вас, если это скажет, помолится от сердца, поймите, храму здесь быть. Царю небесный, утешителю души истины и жизни здесь. Уникальность этого прихода в том, что на сегодняшний день прихожане здесь основные – это дети, начиная от 5 до 17 и выше лет. Вот, на сегодняшний день в школе воскресной занимается 35 человек, стабильно занимается. Но дети подрастают, а храм, ну это все знают, имеет огромное воспитательное значение. Помимо той таинственной связи, которую он устанавливает между человеком и Богом, он еще имеет громадное воспитательное значение нашей жизни окружающей. Сделан первый зачин в деле возведения церкви Сретения Господня. Освящен закладной камень. Предстоит еще долгая работа по строительству храма. С Божьей помощью и молитвами ее маленьких и больших прихожан и в деревне Сухая речка вырастет своя церковь. Будущие родины за нами, скауты.
В горах Кузнецкого Латау с 29 августа по 3 сентября прошел областной семинар скаутских руководителей «Перспективы развития скаутского движения в Кузбассе» на 2012-2014 годы. Начальники отрядов и дружин из Мариинска, Прокопьевска, Новокузнецка, Кемерово, Юрги, а также приглашенные эксперты из Воронежа и Курска обсудили за круглым столом методы работы с детьми и подростками, уточнили основные понятия скаутского движения. Поднимались на семинаре вопросы, связанные с безопасностью в походах и лагерях. Говорили о годовом цикле работы скаутского отряда, о непрерывной деятельности и подготовке. Я считаю, опираясь на свой собственный опыт и опыт моих братьев и сестер, руководителей нашей организации, что залогом успешного окончания и проведения отрядного лагеря является тщательная к нему подготовка. Не за месяц, скажем, до начала лагеря, не за два дня, а очевидно, что это должно продлиться с начала учебного года и пронестись до конца лагеря. За эти немногие там, 4 дня, на самом деле, очень много нового узнала, интересного. Поняла, что какие-то мои мнения, они были несколько другие представления. Что-то было, может быть, не ошибочным, но другим. Больше нового, интересно о том, как правильно проводить лагеря, что какие-то мероприятия, наверное, интереснее проводить в другом ракурсе, чем я раньше это представляла. Самый главный акцент все-таки, я считаю, что это духовное развитие ребенка, это его воцерковление, чтобы это как бы, ну, еще раз я убедилась, что я как бы на нужном направлении, на правильном пути. И хочется, чтобы, ну, в перспективе, в дальнейшем, это поняли многие, не только, ну, как бы первые руководители, учителя в школах, что вот эта вот воспитательная работа, она все-таки должна строиться на развитии духовно-нравственных вот этих ценностей. В Священном Писании говорится, если не Господь созиждет дом, то в суе трудились зиждущие. И вот именно это благословение Божие мы с вами сегодня, воскресный день, в нашей совместной молитве и спросили. Наступает новый учебный год. С полным основанием это время для каждого из нас является временем подвига. Как для вас, как руководителей отрядов, так и для ваших подопечных, для их родителей, еще для многих и многих, это действительно подвиг длительный, 9-месячный. И вступая на этот путь, мы сегодня это благословение спросили, и по древней церковной традиции, чтобы это благословение, которое естественно мы никак не видим, чтобы сделать его хоть как-то ощутимым, вы были окроплены освященной водой. Я поздравляю всех с началом открытия нового года нашего следопытского. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, потому что труд, на который нас настраивает и на который вы все вступили, это труд как бы такой вот и, ну, с помощью Божьей, все, на что здесь нас нацелили и настроили, ну, мы постараемся как бы преодолевать, и желаю всем помощи Божьей и сил вам физических и духовных в этой работе. Итог прошедшего нашего года. Итог нашей работы, где мы можем уже, как говорится, перебравшись на берег, можем оценить то, что мы сделали, что могли сделать и, может быть, не сделали по какой-то причине. Вот. При этом узнали, переняли опыт наших гостей, которые к нам приехали, как они это делают,
как у них получается, что не получается. И каждый сделал выводы для себя. Теперь уже дальше, как начало это мероприятие, будет для нас неким таким стимулом для того, чтобы пытаться где-то выровняться, где-то подняться над собой даже. Вот, и продолжать ту работу, которую мы делаем. В результате проведенных бесед и мастер-классов участники семинара пришли к решению итоговый летний лагерь в следующем году организовать по отдельным программам отрядов, а для общего категорийного похода собрать группу из наиболее подготовленных детей. Новый скаутский год начинается в Кузбассе с акцентом на качество деятельности. Матерь Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими главами. И вновь Кузбасский ковчег в пути. Мы продолжаем знакомство с храмами Кузбасской митрополии. И сегодня нас встречает церковь мученика Трифона и ее настоятель, отец Глеб Курлюта. Строительство началось в 2003 году, закладка камня по просьбе местных жителей. Это поселок большой, объединен в два, Сухово и Металлплощадка, поэтому живет 5000 человек. Уже как бы назрело, люди говорят, что тяжело ездить постоянно в город, все-таки это тоже есть кое-какое удаление от города. И в 2003 году, по благословению владыки Сафрония тогда, началось строительство храма. Проект, конечно, типовой, с некоторыми доработочками, в береговом храм, вот тоже по этому же типу сделан, то есть, ну, небольшие изменения внесены. Сначала вообще планировали храм деревянный, небольшой. Но потом как-то подумали, что храм деревянный маловато будет, наверное. Ну и действительно, сегодня уже в 65 лет уже понимают, что храм в самый раз. Может быть, даже если так дальше это будут развиваться события, люди будут как-то почаще в храм ходить, то, возможно, будет и не хватать. Назвали его в честь мученика Трифона, который является покровителем сельского хозяйства, так как у нас рядом совхоз Суховский. Чтобы как-то защищать и растения, и посевы, решили назвать храм в честь святого мученика Трифона. В 2007 году, 28 августа, была совершена первая литургия. Храм был еще недостроен, кое-где там не было плитки, ну, то есть иконостас был такой простенький из фанеры. Но ждать не было возможности, точнее, была возможность ждать, но зачем ждать, когда можно уже служить. Начали службу, первые прихожане там, было их немного, человек, может, 10-15. Почему немного? Потому что тут рядом тоже шли строительство, и когда у людей спрашивали, почему в храм не ходите, они говорят, мы еще вроде не достроены. Ну, вот. Потом уже, когда стали узнать, что достроены, стали уже количество стало расти. В 2008 году в нашем храме соорудили фаянсовый иконостас, на то время первый в Сибири, за Уралом. Начинал строить храм отец Владимир, настоятель Знаменского кафедрального собора. У него идей много различных, поэтому уже как-то, может быть, поинтереснее что-то было. Решили сделать, как-то появился выход на вот этот завод фаянсовый в Екатеринбурге, и тут как-то выбор пал на фаянсовый иконостас. Плюс это, конечно, он не выцветает, не стареет, немножко потер тряпочкой, и он всегда как новый. Вот. Поэтому тут на него выбор пал, везли его так очень аккуратно, боялись, что там вдруг где-нибудь разобьется, там все переложено было бумагами. Вот, 550 деталей в иконостасе. Отмонтировали его 2 месяца. То есть ставился железный каркас, очень такой мощные балки.
И каждая деталь монтировалась отдельно на металлические такие стержни. Потому что, чтобы они с друг другом не соприкасались, если какие-то подвижки будут, чтобы не весь иконостас там, допустим, пошел треском, а ну, может одна деталь, допустим, где-то исчезла, ну тогда ее заменить можно было бы. А в этом месте, ну, сначала, тут есть через дорогу место еще, в парке планировалось, но потом что-то переиграли, решили здесь поставить. Ну и как это всегда бывает, что Господь лучше нас знает, где поставить. Со всех мест почти видно его. Даже вот по трассе едешь, когда с Ленинск-Кузнецка, с трассы уже видно наш храм. То мы так предположили, уже стоя в том месте первоначальном, его бы было уже не видно. Еще зачастую вопрос задают, почему красный цвет у храма? Почему вот именно красный? Ну, мы знаем, что есть святые, и по облачению выбирается, ну, потому, кем был святой. Мученики, допустим, красное облачение, святители, желтое облачение, там на Троицу в зеленом облачении служим, на господские праздники в белом. Вот у нас так как мученик Трифон, поэтому вот облачение красное. И храм у нас тоже облачен в красное. Храм освящен на 15-летие епархии. Освящали два епископа, Тюменский Тобольский Дмитрий и владыка Максим Алтайский. Так торжественно было, освящение, полный храм людей. Позже началось строительство и трапезной уже, и других хозяйственных построек, там, как птичника, или сейчас уже, можно сказать, и конюшни, тоже не разобрать, потому что там живут и гуси, и утки, и куры, там страусы, птицы, и кони, и пони. Вначале появились страусы. За лето они прожили так, вот, где пришлось, вот, в загончике наспех сооруженном. А потом уже пришлось строить небольшой курятник, потому что зима у нас холодная, это жители они австралийские, холодно им было бы. Вот соорудили большой вольерчик. Ну и интерес появился, и видите, по воскресеньям дети приходят и кормят, и тут у нас уже несколько девчонок есть, они уже и расчески приносят, расчесывают тут лошадок. То есть как-то, видите, храм он взрослых, человек взрослый, он понимает, кто такой Бог, да, понимает, какие вопросы у него есть, да, благодарить, понимает за что. То ребенок, он более открыто чувствует силу Божию, благодать Божию, но просить что-то он еще не просит. И ребенок, придя в храм, видит, тут лошадок может позаниматься, со страусами пообщаться, то есть тут животиной, поэтому все это гармонично сочетается. В нашем обществе отношения все они как-то так вот на материальной основе. Есть финансы, вот тогда будем делать, да? Нет, ну тогда извините. Вот, то храм – это то место, где все-таки стараемся как-то о духовном больше подумать. И человек, когда вот не по касательным храмам пролетел, а когда он приходит в храм, он действительно начинает вспоминать, что он не только должен быть потребителем, да, каких-то вот материальных благ, но и сам что-то давать людям. Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!